В Steam началась зимняя распродажа. Этот ролик о самом важном, об интересных активностях и любопытных скидках. Пушистого в 7 дня – это Тая. Поехали! Первое, что мы видим на страничке магазина, это голосование за лучшие игры этого года. За каждый голос в разных номинациях мы сможем получить особый стикер. Пролистав эту страничку до конца, можно ознакомиться с подробной информацией о голосовании. Если мы зайдем в одну из категорий, которые расположены на главной странице магазина, получим еще один бесплатный стикер. Они ежедневно обновляются в 9 вечера по Москве. Также мы можем получать бесплатные карточки, каждый день просматривая список рекомендаций. Он тоже ежедневно обновляется, поэтому новый день – новая карточка. А еще коллекционные карточки можно получить за крафт обычных игровых значков и при покупке игр. Примерно за каждые потраченные 926 рублей мы получим еще одну карточку. Собрав 11 штук, их можно обменять на значок зимней распродажи, а вместе с ним получить фон и смайлик. Помимо всего этого, в разделе «Предметы за очки» можно приобрести 3 особых сезонных профиля. Каждый из них стоит 5000 очков, фоны профиля по 500 очков, один анимированный стикер за 1000 и 6 смайликов по 100 очков. А также можно купить сезонный значок распродажи. Ну и не забывайте заглянуть в раздел «Итоги года». Здесь мы можем ознакомиться со статистикой своего профиля, в какой игре больше всего времени провели, в каком месяце были наиболее активны в виртуальной реальности. Эта функция поможет запомнить, каким был именно для вас уходящий 2023 год. Ну а теперь несколько примеров хороших игр разных жанров с большими скидками. Может быть, и вам среди них что-то приглянется. Детройт. Стать человеком. Это приключенческая игра, действие которой разворачивается в недалеком будущем в городе Детройт. В это время андроиды уже могут выглядеть, говорить и вести себя как реальные люди. Нам предстоит поочередно сыграть за 3 роботов. Кара, которая только что сошла с конвейера, должна найти свое место в этом мире. Коннор служит в полиции города, а Маркус – один из тех роботов, которые решили рискнуть всем и устроить революцию. В игре нас ожидает интересный сюжет и сложные моральные выборы. Период распродажи на Детройт действует скидка 60%. Она стоит 651 рубль. «Столпы земли» — это игровая адаптация одноименного исторического романа Кена Фоллета. События разворачиваются в Англии 12 века. Несмотря на войну и ужасную нищету, в маленьком городке начинается строительство собора. Нам будет доступно 3 игровых персонажа. Монах Филипп, который станет настоятелем монастыря. Мальчик Джек, живущий в лесу со своей матерью-отшельницей. Он будет учеником каменщика и постепенно вырастет в даровитого мастера-строителя. А также графская дочь Алиена. Вместе эти герои начнут возведение одного из величайших соборов в истории Англии, а мы сможем наблюдать за событиями, о которых повествует сюжет, и местами влиять на них с помощью диалогов, исследования и принятых решений. Во время распродажи на игру действует скидка 90%, ее можно купить за 79 рублей. Little Nightmares. Это мрачная сказка, которая заставит нас вспомнить свои детские кошмары. Нам предстоит сыграть за маленькую девочку и выбраться из подводного судна, полного жутких существ, ищущих чем бы поживиться. Также на корабле мы встретим добрых крошечных гномов, без помощи которых героине вряд ли удалось бы дойти до конца. Сейчас на игру действует 75% скидка, и ее можно приобрести за 212 рублей. Погрузитесь в мрачную атмосферу Little Nightmares и дайте отпор своим детским страхам. Divinity. Original Sin. Это знаменитая RPG от разработчиков триумфатора этого года, Baldur's Gate 3. Мы сыграем за молодого искателя источника древней и запрещенной магии. А наша главная задача – расследовать убийство, которое было совершено при помощи этого самого источника. Это расследование заведет нас в самые неожиданные уголки большого открытого мира и познакомит со множеством интересных и общительных персонажей. В игре нас ожидают пошаговые бои, нелинейные квесты и моральные дилеммы. У нас будет полная свобода действий, и то, каким образом мы доберемся до финала истории, зависит только от наших выборов. В Divinity можно сыграть одному или в компании друга и принимать судьбоносные решения вместе. Во время зимней распродажи на игру действует 75% скидка, и сейчас ее можно приобрести за 174 рубля. Human Fall Flat.
Это забавный платформер для любителей проводить время с друзьями, и он точно не оставит вас равнодушными. В этой игре нам предстоит проходить уровни, управляя телами гуттаперчевых человечков, преодолевать преграды, перемещать предметы, и это оказывается не всегда так просто, как кажется на первый взгляд. В Human Fall Flat можно сыграть в одиночку или в компании до 8 человек, и это точно будет интереснее и веселее. Сейчас с 70% скидкой игра стоит 199 рублей. Лайк, подписка и звон в колоколец, как всегда, остаются на ваше усмотрение. Это был ролик по зимней распродаже в Steam. Играйте в хорошие игры, с наступающим вас и увидимся в новом году!